Зибет, блядь. Веский аргумент, на. Да сука, какие-то с гранатками там еще. Это Майдан начался. Флайеры везде горят. Откровенный Майдан. Домовухи. Майдан, блядь. Домовухи и шины жрут там, наверное. Слушайте, он стреляет мимо и попадает в людей. У него имбот стоит, смотрю за ним сейчас. Да я варю у него слишком, блядь. Запиши видео. Любой пишу, блядь. Пишу. У меня 100 000 слов, блядь, вообще. Конечно. Блядь, эта курпарушка ёбаная дал ещё. Он чё, ушёл, что ли? Кто? О чём бы, что я у него... Нет, я за ним смотрю. Сейчас, он на А. Ну, нету в списке игроков. Есть, он там в серединке сидит. Им одного человека пока он. Блин, за нас ты просто. Эймбот, ребят, чисто эймбот. Джокер, он тебя сейчас снес просто. Да, он даже не целится, я тебе отвечаю. А, это видишь, а ты, ну еще и заснимешь, это ничего не доказывает. А эймбот вообще не палится. Хелп, ты его, да? Зачем? Это в спину. Кэл, да. Вот я его постоянно убивал, но ни разу. Ну ты постоянно оказываешься в том месте, где он стоит. На каждую хитрую жопу. Бол там, блядь, срезал. Смотрю опять за ним. Не, у него-то нет полхага. Он просто в толпу выходит и... Ну а и бот он не волхаг, это другое вообще. Ну, он Эймбот, ребят, вообще голимый прям, вообще просто смотрю и удивляюсь. Просто эймботище. Вы можете ему смело написать, что он эймботчик, и это видео будет отослано в DICE. Что и может копить деньги на новую копию Battlefield. Этот аккаунт у него забыл. Он купит приватку вместе с аккаунтом новым, вот и все. Весь сыр борт. Сейчас ливнет, смотрите. Ай, вообще эмбочек жесткий, пофигу ему. А ты можешь за Эдгаром посмотреть? Залей куда-нибудь, дай посмотреть этот ролик потом, если ты... Да, конечно, прям быстро залей, он быстро залезет. Посмотри за Эдгаром, пожалуйста, еще. Эдгар? Он с пистолета прям. Ой, это чумба сейчас. Сейчас досмотрю его с магнума эпопею быстренько и с Эндером. Эймбот, парни. Галимый. Не, ребята, давайте это так правда тут прут, блин. Да, эймбот. Все, с этим все понятно. Сейчас, он что-то вам пишет, отвечает, остановился. Ну и хорошо, давайте отвлекайте его хоть этим, блин. Базаром. Артём, а он тебя знает, Артёмка, этот парень, да? Да, тебя. Я понял, что он с Ратибором вроде, блядь, они как-то появились. Ратибор, ты рядом, блядь. Зизикельбет, блядь. А, в душе не ебу. Он тоже, наверное, пьяный, и этот, и орешки ест, мне ему пофиг.
скажите ему, чтоб копил бабки на новую копию Battlefield. Да какая копия, блин? $30 аккаунт и не приват. Пописец там на квартал, блин, на 3 месяца. С нами зато играть не будет. Будет играть со мной. Пофиг. Ребята, смотрю за Эдгаром, смотрю за Эдгаром сейчас. Капитан Морган, короче, смотри, я в него с пулемета стреляю, а он не убивает. Что это такое? Я у него пол рожка пулемета выпустил. Не, ну пол рожка это, знаешь, всякая куча бывает всяких. Да нет, я точно попадал. Хелп, аптеку, хелп. Я с прицела в него. Дай. А чё? Где ты нашел? Эдгар бегает с пулеметом. Артёмка, давай, проводи диверсионную группу, спам их, блин, базарами. Заводи, а мы тут точки захватим. На, ну, Эдгар вроде обычно стреляет. Блин, ну куда ты аптечку съел? Хел, под себя что ли кинул? Лечился, ты взял ее. Да, там Ваня, патроны будет кинуть и бежим. Так, на дека, на айцу иду. Под нами что ли где-то? Чё ты ему, где они? Блять, рот не оторвал от наушников. Ебать, ну это пиздец. Да, вроде я... не ездил в Египет, тоже все рвешь. А что за грены? За гранаты не банят? Почему не кикает за гранаты? Да я говорю, тут херня какая-то. Типа у них, по-моему, сбросилось, может быть. Ваня, почему ты патронов не бросаешь? Принципиально? Экеле надо проплатить, тогда бы 8. Заплатить. Ой, я имбочек. Опять Джокер он тебя убил. Пробежал нахуй. Сейчас спувался. Ваня, Павел, даже... враги, блядь, откуда берутся? Он даже сам признал, что он читак, блядь. Блядь, со всех сторон. А, пидорас, слышь. Да. Он просто по вам водит и почти, знаешь, это от пояса. И пофигу. Попадает просто. Далее потом на YouTube посмотреть. Что-то он долго не писал, куда-то переключался, видимо, долго не спавнился. Сейчас посмотрим, выключил что-то или не выключил, потому что его сейчас убивать что-то стали. Причем моя ресурса тоже, блин, спамер молодец, он Артём сейчас уведет, блин. Да картёлка, потому что глупость. Ага. Троллик, она поумнее. Ты, малыш, ты почему ещё не спишь за этим? Матом, ты ничего не добился. Завтра не захочешь просыпаться? Перечь культурным воспитанием. Да. Надо Феру сюда, а вот он любит троллить. Фера почему-то не играет по пункту. Петя Иванов и волшебный тик-так, по-моему. Так, ну опять? Ну чё, ну-ка давай делись, давай. Давайте поиграем. По информации в виде отвлекайте двух дураков, блядь. Хорош, давайте. Да пускай отвлекает. Тачумба взял пулемет, смотрите, внимание. Я что-то я вообще не знаю, как их убивали, наверное, меня никак не убивает. Ха-ха-ха, эмбочек, позорный.
Блять, ну он, сука, в подвале, ебаный ты, блядь. Он просто тупорылый в том смысле, что он с малым количеством хп, его коцают, да? И он лезет на врагов прям, ну конкретно. Ну может, чтобы так не палиться по счету с конкретно. Ну, видимо, да. Черт, заебал прыгать. Где ману партер не мой, друган. Это пиздец он. Блять, ну у мистера Джа он в друзьях есть, блядь. Патроны. Патроны. Погоди, я там наебал он все патроны. Красный цвет, всем красный цвет. Фотографы такие, да? Он подолгу не спавнится, каждый раз выбирает разное оружие, слышите, ребят? Ой, вообще сейчас такой показательный момент был. Он убил 5 человек. 5 человек с одной обоймы. Он уже хуярит. Он стреляет в потолок и убивает людей. Чинега. Блять, да че тут жарко. Просто выходит, как этот в фильме про Арнольда Шварценеггера с пулеметом, и просто уничтожает. Вот сейчас убьет. Сколько человек сейчас? 6, 7, 7. Ну-ка, 6 уже убил. Сейчас еще двоих. Ну-ка. 7. 8. Чего? Он во мне даже не метится. А нихуя, я за колонна. А он не метится, он лупит вас просто. Вот прямо зажимает пулемет. Он пулемет зажимает, он печенек зажимает и вас просто сбривает все. Ну да, я тоже. Я только прям готов. Ты пишешь это? Да. Да, это. Потом нарежь камень. Смотри, они сейчас вас зажимают, здесь будет особо показательно, как он. Своим ботом играет. Он стреляет в потолок и попадает в вас. Не, ребята, я не могу так. Да. Давайте я доиграю, я больше не буду. Так я не осилю доиграть. Берцева. Слабое я сердце даю. Не выдержу. Сейчас встал, ответит вам что-то. Сейчас пишет в чат. Блять, когда игра закончится, уже надоело, блин. Идет. Да умришь ты. Охуеть, что такое? Он ливнул что ли? Убежал. Ушел, да? Пидорас. Ну, он записан. Тварь какая. Вот
Зачем отрицать, да? Ну, мог молчать, улыбаться, вот как читеры делают там, что-нибудь прикалывают. Ну, он и ржал там. Ахаха, я, значит, тоже читаю. Не, у меня ничего не... Не, ничего нет, я ахаха еще добавляю. Шоколада, блядь. Вверху, Джокер. Да сдохнешь ты, блядь. Короче, аптечку. Слышь, на YouTube закинь видео. Аптечку, Джокер, аптечку, Джокер. Джокер. Знаешь, куда надо кинуться? По блоге от минус. Дали подлечить. Ну, сверху. Админов нет, хули. Нет, вот зашел БС. Какой? БС молот. Молот задротан. Может кто-то пожаловался? А чё, вышел по чумбу, что ли? Да-да, убежал. Да ёб твою мать. Там их пиздец на це. Да его муж админ кикнул. Может, кто-то пожаловался. Забанили. Алена Бессек, пиздец, нахуй ник. Тоже гомик какой-то был. Такой дядька сидит волосатый там, Алена. Да, в очках, блядь. Вялым хуем, блядь. Как в Саус Парке такой, задрот там, блядь. Зареспался рядом с Дробашом. Ёб твою мать, зарезался нахуй. Серж, на тебя выходит аккуратно. Да я знаю. Он идет к тебе вниз. Нет, не идет, пока вернулся в комнату. Эдгар. Изи хуй тоже. А чё грена кидает, я не пойму. Что, реально он у этого Ратибор? В друзьях. Ну, он хер... у мистера Джа. Я Джа говорю. Прошу его. Нет, мне никакого не хочу. Да я тебе говорю, это то ли Nintendo, блядь, ник нахуй у него в фейсе был. Ну да, да, я говорю, это наверное Nintendo. Может. Тоже как-то хуило, блядь. Я да, говорю, что я тебе помню, что они все толпой, блядь, пришли нахуй с этой хуйни, блядь. С Company of Heroes. С нами играли, блядь.